Ну что ж, ненадолго я от вас отходила, вообще не отходила, если быть точнее. Ну, получается, до того, как мы узнаем первого победителя, осталось вот 3 минуты 35 секунд, уже 27. Поэтому давайте-ка я буду в прямом эфире. И сейчас уже скоро телефон переведу на экран. И мы узнаем. Я бы хотела попросить у вас помощи в том, чтобы сразу, я, конечно, тоже посмотрю, но на всякий случай, чтобы и вы тоже посмотрели человека, там, он соблюдал ли он все условия конкурса. Если можно, хорошо? Потому что у меня открыто очень много вкладок, немножечко iPad может фигню делать. Поэтому я думаю, что мы сейчас я переключусь. Так. Надеюсь, все остальные будут идти так же. И я очень надеюсь, что сейчас будет человек, который прям выполнил все условия. И мы сразу определим победителя. У него будет поздравлямба, и он отправится на ужин и на массаж. Все, переключаем. О! Так. Не думайте, это экран не грязный, это там мусор какой-то скопился, и я все никак не могу поменять. Так, ну что, минута 40, вы видите, да? Так. Смотрите, да? Минута 19. Я, пожалуйста, проверьте, хорошо? Вдруг у вас есть такая возможность проверить человека. 54. Ой, как хорошо. Вот если бы так все быстренько хоп-хоп и загрузились. Да? Ой. Ну вот Юля пишет, будет обидно заказаться в запасных. Так, у нас вот первая девушка. Вера. Прохоренко, Вера. Так, Вера, давайте, Вера. Сейчас. Сейчас он загрузит. Так, профиль открыт. Профиль у нас у девушки открыт. Это уже хорошо. Так. Проверяем, на кого подписано. Так, можно сделать, да? Можно. Ха-ха-ха. Так. Так. Пожалуйста, друзья, вот девушку проверьте, пожалуйста, подписана ли она на всех. На его, на золотой гребешок. И на меня, если вам не сложно. Девочки, помогите, пожалуйста, хорошо? Серьезно? Так. Кто у нас там проверял? Кристина, вы точно уверены, что она на меня не подписана? Я почему-то опять говорю, может быть, много вкладок открыто. Я не могу посмотреть. Девушка на меня не подписана, да? Подписана? Так, девочки, давайте определимся. Подписана ли девушка на всех? Я не могу посмотреть. Я боюсь, что меня сейчас нафиг выкинет отсюда. Я прям подписана, да? На всех подписана, да? На всех подписана. Так, да, подписано. Кристина, спасибо, девочки, спасибо. Подписано на всех. Так, да. Так. Нет, это мне подписаться. Это не подписаться в ответ, а это мне подписаться. Вы не путайте, пожалуйста. Нет. Все, тогда я думаю, что вот так вот мы фиксируем. Так, Прохоренко Вероника у нас первый победитель. Я делаю сейчас скриншот странички. Ох, ну ничего.
Ой, как хорошо. Первый-то победитель. Аллилуйя. Все, у нас есть первый победитель. Сейчас, секундочку. Ура, ура, я согласна, друзья. Так, мы тогда ее... Так, закрываем. Ну, потому что я скриншот уже сделала. Так, ну что ж, друзья, сейчас я вам покажу. Так, вот, смотрите. Это у нас... О, господи, куда ж ты полетел? Так, это у нас... Так. Это у нас второе грузится. Это у нас третий грузится 40 минут. Второе у нас 24 минуты. Так, четвертый у нас 30 минут. И пятый человечек у нас 41 минута. Ну, я думаю, что справимся, да? Спасибо, спасибо, Кристина, спасибо большое, девочки, что проверили, посмотрели. Я думаю, это класс, уже положительный результат. Но, тем не менее, всем вам, девочки, еще 4 победителя у нас должно быть. Я желаю большой-большой удачи, чтобы именно одна из вас, вот, пошли на ужин и на массаж. Отлично, отлично. Пока, мне кажется, мы даже с вами неплохо идем. Так. Ну вот у нас получается следующие 32 минуты дает. 25 и 32. Вот примерно минут через 15 я думаю, что я снова выйду к вам. Так, что если зайти к вам в профиль и посмотреть ваших подписчиков? Ее нет. Да, открытый, да, Мария спрашивает, открытый профиль, да, обязательно условие, иначе, знаете, можно тихонечко подписаться, пока мы тут разбираемся. Но это условия организаторов. Все, просто чуть-чуть надо соблюдать эти условия, они для всех. Так что вот так. Ну что, друзья, следите за прямыми эфирами, я скоро снова появлюсь с вами. Сегодня день прямого эфира. Вот так.